Gala Games нацелена задать новое направление в игровой индустрии за счет возврата игрокам контроля над своими играми. Миссия Gala Games состоит в том, чтобы создать блокчейн-игры, в которые вы на самом деле захотите поиграть. Проект хочет изменить ситуацию, при которой игроки тратят сотни долларов на игровые активы и проводят бесчисленные часы за игрой, но при этом все их достижения могут быть отняты у них одним нажатием кнопки. Проект планирует вернуть творческое мышление в игры и предоставить игрокам контроль над играми и внутриигровыми активами с помощью блокчейн-технологий. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Игроки могут владеть невзаимозаменяемыми токенами, то есть NFT, и влиять на управление играми в экосистеме Gala Games. Механизм голосования Founders Notice позволяет игрокам влиять на то, какие игры следует разрабатывать Gala и какие игры должны получить финансирование. Помимо покупки NFT для определенных игр, Gala Games также использует Gala, собственный служебный токен. На данный момент Gala Games выпустила одну готовую игру Town Star и коллекционную серию NFT Vox. В будущем компания планирует выпустить больше игр, таких как фэнтезийная ролевая игра, научно-фантастическая игра-стратегия и игра в жанре Tower Defense. Gala Games — это не отдельная игра, а скорее проект, который предлагает целый ряд различных блокчейн-игр, в которых ключевой акцент сосредоточен на развлекательном аспекте, а блокчейн-технологии отведена на второстепенную роль. Town Star — это единственная на данный момент готовая игра проекта, которая предоставляет собой симулятор города, который можно играть в браузере. Игроки управляют городом, который аналогичен по игровому процессу SimCity, но в Town Star игроки на самом деле владеют городом. Vox — это уникальный набор коллекционных NFT-аватаров от Gala Games. Каждый Vox уникален, и некоторые Vox являются более редкими, чем другие. Первоначально Vox были распределены по средней цене $280 США на момент создания. Хотя идея Vox получила свое начало от игры Town Star, у Vox есть и другие применения, помимо того, что они служат в качестве NFT-аватаров. Держатели могут заблокировать Gala и зарабатывать Vox Coins за счет использования в игре своих аватаров Vox в будущем. Владельцы Vox также получают собственный файл FIVX, который позволяет им анимировать свои аватары или даже в будущем напечатать их в 3D. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Пользователи могут запускать Gala Nodes, поддерживающие сет Gala. Взамен они получают такие вознаграждения, как Gala, NFT с ограниченным тиражом и другие дополнительные возможности. Экосистема Gala Node состоит из системы узлов с тройной защитой Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Storage. ПО называют фонда Nodes и представляет собой узлы первого уровня, базирующиеся на 50 тысяч NFT, находящихся в их полной собственности. Они являются ранними сторонниками сети и получают NFT от всех последующих игр, а также Gala, выделенные для их узла. POS — это платные узлы, которые работают для определенных игр через структуру аренды смарт-контрактов. Proof of Storage — это бесплатные узлы, которые позволяют полностью размещать игры в экосистеме узлов, устраняя неполадки.
необходимости в централизованных хостинговых решениях, например, таких как Amazon S3 и Play Market. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете увидеть новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.